Неля Шенмелькова прислала мне письмо. И хорошее, и плохое. Хочу порадовать по абрикосу. После стратификации в этом году хорошо взошли. Фаина 17 из 20. Это же чудо. Фаина тройной гибрид. У вас будет 17 разных деревьев. Ну, представляете, тройной гибрид. Это редкая редкость. Вот. Это когда вы покупаете эту, как вот сейчас скажу, вот, шарафугу, это гибрид персика, абрикоса, сливы, я думаю, а что же у вас вырастет? Я вам заранее скажу, покупайте это, тратьте деньги, у вас будет слива, и это я вам говорю. Вот. А то, что назвали шарафуга, тройной гибрид, вот, абрикос, персик, слива, у вас будет слива, я вам сразу говорю. Я все это проходил, все это знаю. Вот. И не знаешь, что не надо покупать? Если нет сливы, покупать шарафугу. Ну, потому что она, как модная зверь, она будет дороже. Так, Сихотолинских, 8 из 10. Тут у вас сад уже состоялся. Серафим, 5 из 20. Уже хорошо. Черный, 4 из 10. Черный вообще редкость. Маньчжурский, 6 из 10. Считаем, 17. 25, 30, 34, 40 деревьев. Слушайте, на эти 40 деревьев вы еще потом жаловались, что это вырастет целое деревья, ниже будет. Так вот, 40 настоящих деревьев выросло. Давайте ну-ка посчитаем, что это стоило, почему мне никто косточки не покупает. Покупает, ну, в 2-3 дня один заказ. Это стыд, позор. 20, 30, 50, 60, 70. 70 штук на 25, 70 на 20, 1400, 1750, да? Вот, ну, пересылка, 2000. 2000 рублей люди покупают одну за 2000, чтобы потом выбросить. А здесь 40 штук зашло из 70. 40 штук, тогда получается они стоят примерно по 40 рублей, 40 рублей дерево. А это цена зажигалки, причем не самой дорогой. Цена зажигалки. А сколько спичечных коробок, не помните? Наверное, не больше двух пар это. Так, стакан пива. Не, ну нормальная статистика, спасибо вам. Садила через 350 сантиметров на приподнятые узкие пологие грядки. Дело в том, что надо не узкие пологи, широкие пологи грядки. Вы меня слышите? Да. Слушаем дальше. Думала, вырастут одним стволиком, срежу серьги и привью первые 4 сорта на новое маньчжурское, на котором мне уже растут. А вырастут целое дерево. Какое горе. Теперь она не знает. За год выросла как за два. Ну, с высотой до роста человека, да, за один год. Вот. Я немного в панике, что делать. Она хотела брать, ну, с это самое. А как, смотрим дальше. Срезать на черенки внизу или боковые ветки. Оставить на плодоношение или рассадить. Вот это вопрос. Придется решать вам сам. Увидели крупные листочки? Все. Сортность, не обязательно, но сортность все-таки. Сегодня я фильм снимал, я там показывал, что у меня на некоторых маньчжурцах листья крупнее, чем на этих, на роскошных королевских. А почему вот так испорченные? Так. Но не гарантия, что если королевского, вот что они такие будут. То есть, ну, все равно, все-таки, если уж выбирать, какие ветки с первого же поколения взять на черенковании, на прививке, то все-таки выбирайте где побольше листика. Хотя это еще не факт, что вы угадали. Оставить до плодоношения или рассадить? Оставить до плодоношения, это еще ждать 3-4 года, а то и 5. Не годится. У вас же, что мы имеем? Ну-ка, Сихотолинский на них можно прививать. На Серафим можно прививать. А уж про маньчжурский, само собой. Нужно прививать. Уже не можно, а нужно. Поняли, да? Вот.
Ну и теперь так. Не все удачно. Смотрите, черешня 2 из 20. Вторая черешня 1 из 10. То есть 2 из 20. Это 10% скорость. В июне остановились в росте. В августе резко начало расти. Особенно черешня дорогая. Дорогая, перезимует ли? Ай, господи. А где вы живете? Ой, тут адреса нету. А я не знаю. Вот если бы вы подчеркнули, что я живу тут-то, вот. Но я не поинтересовался, его не сказали. Нарядных Ефимов 6 из 10 отнесли результат. Лада 4 из 10 пойдет. Воронежская, Уссурийская ни одной. Меня знаете, что удивило? Что у вас Уссурийская не взошла. Уссурийская – это самая легкая на всхожесть. Самая легкая. Стоит только за 2 месяца до высадки. Слегка сырой песок, баночку. Закрыли крышечкой, в холодильнике посадили, через 2 месяца высаживайте, гарантия. Раз у вас не получилось, а вы же сертифицировали, что-то здесь не то. Скорее всего, тут два варианта. Груши, они чего боятся? Лишь переувлажненности, раз. Ну и если был слишком суховатый песок, просто не взошли, пропустили год. Что будем делать? Правильно, я это тоже проходил, ждем еще один год. Вот, и пропадать же добро, я вот про это. И всех слив, вот самое грустное. Одна косточка этюда. Не получается слива вишни. Но сливы и вишни очень трудно сгноить. Они-то как раз из таких сыроватых мест. Вот сливы, абрикосы родственники. Но они как бы разделили, сливы остались, пошли там, где удача, где сырее, абрикосы, где суше. Вот, видите, черешни также разделились. Вот теперь получается, что, скорее всего, их нет. Или не хватило времени, услив 3 месяца, видите, вообще 4-5, не хватило времени для сертификации, или досушили. Если на следующий год ничего не выйдет, буду заказывать саженцы. Ну, что получится, то получится. Ну, еще это... Тут надо, как в этом мультфильме, как говорил один пес другому, помните? Тебе чего побольше? Ответ. И того побольше, и того побольше. Так что...